Друзья, всем тем, кто привет, с вами Владимир Зайцев, продолжаю отвечать на ваши вопросы, и вот один из них. Добрый день, у меня такая страшная ситуация, непонятно откуда появилось очень много густой прозрачной слизи. Сначала было чувство щекотания с левой стороны гортани и до желудка. Из-за этого появился сухой сильный кашель, кашель был до рвоты, потом выкашал вялость. Очень много густой слизи или беловатой. После такого приступа становилось легче. Пропила антибиотики, азитромицин и тайваник, результата ноль. Делала КТ легких, чисто. Ночью кашля нет, приступов таких нет. Очень сложно жить с этой проблемой. Постоянное чувство щекотания и давления с левой стороны гортани, носоглотки. Что это может быть? Как лечить? Сил уже нет, помогите, пожалуйста. Пожалуйста, приходите в клинику. Скорее всего, у вас воспалился риносинусит, а может быть, есть проблема аденоидных вегетаций. Будем рады помочь и всем тикток пока.